что саме Саша и Алиса сегодня будут бороться за свое життя на проекте. Ну, честно говоря, я вообще хотел бы видеть две эти пары, которые сегодня стояли в десятке лучших танцоров. Поэтому после сегодняшнего выступления, ну, для меня удивление, что Саша и Алиса, я считаю, после достаточно хорошего выступления попали в номинацию. Поэтому я не знаю, я хочу им пожелать, чтобы сейчас они собрались, потому что для них это тоже какой-то, может быть, шок. Во всяком случае, мы увидим, наверное, прекрасное соло. Мы так их давно ждали. И вот, по иронии судьбы, они случились именно сейчас. Хочется поддержать ребят, всех вообще, и чтобы они сейчас, ну, продемонстрировали вообще свое стремление и желание остаться здесь и быть в десятке лучших. Я уже в передчутті цього. Влади, что ты можешь сказать с этого приводу? А я бы вот как раз-таки сегодня распорядился с точностью да наоборот, по сравнению с тем, что зрители сделали. Я, несмотря на мою симпатию к Данилу и Полине, я бы их заставил сегодня станцевать за жизнь. А Саша с Алисой, по-моему, проявили себя как раз-таки в танго очень достойно. И они не заслужили танцевать. Саша. Очень харизматичный, эпатажный танцор, который смог прогрессировать, невзирая на критику с нашей стороны, с каждым эфиром. Но сегодня твое танго в этом эфире и твоя первая номинация. Выбирать среди таких сильных танцоров действительно было очень тяжело. Мы сегодня говорили о том, что соло за жизнь для нас очень важный показатель и очень важный фактор, на который мы обращаем внимание. Сегодняшнее соло, которое удивило нас и которое убедило нас в том, что этот танцор должен продолжать свой путь в этом проекте, должен пройти в финальную часть, было у Саши. Саша, ты справді здивував сьогодні. Саша. Усіх нас. Саша. Саша. Саша, до тебе говорить зараз ще Костя. Саш. Я уже говорил сегодня, что по иронии судьбы, именно после сегодняшнего очень откровенного, очень сильного танго вы попали в номинацию. У меня такие двоякое. Я наконец-то увидел твое соло, и оно меня очень удивило. Я очень рад, что ты идешь дальше. Я очень надеюсь, что ты сделаешь выводы и будешь нас удивлять впредь. Удачи. Удачи тебе. Еще раз ваши оплески для Саши.